Бархатный червь-многоножка тоже применяет огневую мощь. У одного из древнейших беспозвоночных уникальный стиль стрельбы. У него сразу два пистолета. Они выстреливают лассо из клея. Нити тянутся на метр. Чтобы расширить радиус стрельбы, клейкие нити летят по разным траекториям. Нити облепляют жертву клейкой сетью. Клейкий состав застывает за секунды. Острыми челюстями бархатный червь прокусывает жертву и полностью высасывает внутренности.